Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MatePad Pro. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы забыли пароль от вашего устройства, как сбросить его и все настройки. Итак, для начала мы отключаем наше устройство. Для этого зажимаем кнопочку питания и нажимаем выключение. После полного отключения данного устройства зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. И держим так до появления логотипа. После появления логотипа отпускаем кнопочки. Попадаем в режим Recovery, и здесь мы выбираем Clear Data. Далее выбираем Factory Reset и вводим слово Yes. И нажимаем Factory Reset. Теперь нажимаем Back и нажимаем Restart. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.